Следствие выясняет причины гибели трехкратной чемпионки России по гандболу Виктории Дивак. 17 апреля в 13 часов стало известно о трагической гибели 29-летней спортсменки. Девушка выпала из окна квартиры на 8 этаже в Астрахани. Ее тело было обнаружено возле дома. Гандболистка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда скорой помощи. Сообщается, что на месте трагедии не было обнаружено никакой записки. Предварительно шла речь о несчастном случае. Никто не мог ожидать подобного. Накануне произошедшего гандболистка принимала участие в матче чемпионата России с ЦСКА. А тем трагическим утром девушка поделилась с подругами по команде новостью о покупке котенка. Местная полиция сразу назвала причиной гибели суицид, но в этой версии усомнились ее коллеги по команде, рассказав полиции, что причин для суицида не было. Ко всему добавились показания соседки, которая видела, что после падения Виктории через 3 минуты вышел незнакомый мужчина, не проживающий в доме. Но полиция не стала ничего расследовать. Тогда они обратились в московскую прокуратуру. Они высказали версию, что тем мужчиной мог оказаться крупный астраханский бизнесмен. Он значительно старше Виктории и пытался за ней ухаживать. Дарил дорогие подарки, приглашал в ресторан. Но Виктория не принимала его знаки внимания. Подруги гандболистки предполагают, что бизнесмен мог замять дело, используя свои связи. В данный момент обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются центральной прокуратурой. Дело благодаря подругам взято под особый контроль.